Стой! Лицом к стене. Знаешь, что я придумал? Что? О, даже не можешь представить, что я придумал. Что ты придумал? Я такое придумал. Что ты придумал? Ну, говори. Я придумал, что мы с тобой поженимся. То есть ты вот так делаешь мне предложение? Да, вот так делаю тебе предложение. Ну, так не делай предложение. А как он делает предложение? Ну, так не делает предложение. А как делают? Ну, надо как-то красиво, я не знаю. Красиво? Да. Ну. Аккуратней. Я. Так. В присутствии голубей и жителей города Санкт-Петербурга. Хорошо. Делаю тебе... Аккуратнее, я прошу тебя. Не получается у меня как-то красиво. Ну почему же? Получается. Знаешь что? Потом у нас будет с тобой мальчик. Мальчик. Потом у нас будет еще один мальчик. Еще мальчик. И вот только потом у нас будет... Мальчик. А девочек что, не будет? Не, ну девочки тоже можно. Ну как? Как без девочек? У нас будет с тобой. Без девочек. Без. Маришечка. Мариш, мне нужно тебе еще кое-что сказать. Что? Что? Максим, я хотела с тобой поговорить. Давай. Ты вообще не думал уйти из милиции? Я уснуть не могу, пока тебя нет рядом со мной. Да? Ну, вдруг какой-нибудь бандит может тебя ранить или чего хуже. Ну, чего ты смеешься? Я же серьезно. Ну, что ты накручиваешь? Господи, какие бандиты? Где ты видела бандитов? В кино, что ли? Я тебе скажу по секрету, я всех бандитов давно переловил. Максим, ну я серьезно. До вечера? Угу. Я тебя очень люблю. И я тебя. Все-таки будь осторожен, ладно? Угу. Давай, пока. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. О, Танюшка, привет. Привет, Светка. Опаздываешь? Да ладно, тебе можно. Ну, что? Как самочувствие? В норме. А, как трогательно. Завидую я тебе, Танюха. Слушай, вот твоему Фролову зарплату бы еще нормальную. Да ерунда все. Ну, подумаешь, задерживают иногда. Слушай, можете занять. Знаешь, на фрукты, витамины. Тань, на мясо, в конце концов. Ну, последний раз до получки, а? Вообще без проблем. Спасибо. Чай будешь? Давай. О, спасибо. Сядь в стене, быстро! Встала, пошла, корова! Пошла, сказал! Руки! Руки все держи, чтоб я видел! Деньги! Деньги выкладывай, я сказал! Быстрее шевелись! Не двигаться! Стоять, я сказал, не дергаться! Быстрее! Быстрее еще! Шевелись, кому сказал! Все доставай! Все! А ты что застыла? Деньги давай! Быстрее! Быстрее, я сказал! Шевелись, шевелись! Ах!
Маришечка, я должен ехать. Маришечка, я очень тебя люблю. Я тебя тоже очень-очень люблю. Я скоро вернусь. И скучать буду очень-очень. Я скоро вернусь, слышишь меня? Через 2 года. Мариш, это командировка, я должен ехать. Маришечка, давай представим, что я вышел минут на 15 за хлебом и скоро вернусь. Да. 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 Не будем прощаться. Не будем. Бела дня. Беспредел. Здравствуй, да не до вас. Здорово. Пальцы на пистолете остались? Даже очень четкие. Хорошо, продолжайте. Твою мать. Что там у тебя? Это Максим Фролов, опер из главка. Фролов. Фролов. Часом не тот, который Алишер вобрал. Он самый. Очень толковый парень. А это его жена выходит? Видимо, да. Черт, ребята точно говорили, что она в сберкассе работала. Есть. Нашли мы его. Нашли. Он проходил по нашим базам. Андрей Громов, 25 лет. Привлекался по разбою, но дело развалили, поскольку судью застращали. Ищите. Ищите его! Трясите всех друзей, знакомых, родственников, чтобы к вечеру он был здесь! Привет! Ты чё?
Здравствуйте. Пол ночи сидел с этим отчетом. Здесь все показания. Да, да. Ого. Убью тебя, тварь. Ты что творишь? Уйди! Удавлю тебя, тварь. Удавлю! Остановись! Пустите меня! Пустите! Пустите! Убью тебя! Ты жив! Пустите меня! Мать, успокойся! Успокойся! Ты же не вернешься! Ты сядешь! Ты понимаешь, сядешь! Ну, послушай меня! Этот урод! Урод этот, я обещаю, надолго сядет! Я тебе обещаю! Уйди! Не дури, мать! Держи! Мало его прижимай! Давай! Тихо! Давай, держи! Тварь! Ненавижу тебя! Ненавижу! Здорово, Андрей. Здравия желаю, товарищ майор. Ну как, самочувствие? При задержании не сильно помяли? Да нет, терпимо. Как же так, Петр Сергеевич? Вы же говорили, что никто не пострадает, а теперь два трупа. Тихо, тихо. Спокойнее. Информация прошла по милицейской сводке. Нам она приглянулась. Кстати, для твоей легенды это большой плюс. Ты ведь теперь не просто преступник, ты убийца. А это другая статья. Вот именно. Андрей... Мы обо всем договорились на своем уровне. Через 3 года выйдешь. Все будет нормально. Мы тебя вытащим. Главное, не дергайся. Фролов, я так тебя люблю. Нежно-нежно. Солнышко мое. Максимушка, ты очень-очень скоро станешь папой. Ты будешь самым лучшим, самым-самым папой на свете. Ты все помнишь? Да. Найти подходы к прохоровской группировке, к их лидеру Василию Прохорову. Основная задача – получение места рядом с Прохором. Все правильно. Теперь, что касается связи. Целый год мы тебя дергать не будем. Ну, сам понимаешь, зона кругом уши. Береженого Бог бережет. Ну, а через год мы установим с тобой контакт. Главное, не дергайся. Ну, все будет нормально? Не дергайся. Ясно. Не жалеешь? О чем? О задании? Да нет. Я для этого в госбезопасности шел. Ну и... Да вы сами все понимаете, Петр Сергеевич. Ну-ну, молодец. Мы с нашим малышом тебя очень-очень-очень любим. А когда родится наш малыш, мне кажется, что он будет похож и на тебя, и на меня. Он будет очень гордиться тобой. А еще... А когда он подрастет, мы будем все вместе ездить в Павловск и кататься на санках. Я так тебя люблю, Фролов! Я такая счастливая с тобой! Я с тобой ничего не боюсь, потому что ты сразу видишь. Максим, пообещай, пожалуйста, что с тобой ничего не случится, что ты будешь беречь себя ради нас. Слышишь? И тогда у нас будет все-все-все хорошо. Я люблю тебя очень-очень. Но не мучайся, спрашивай. А это женщина в сберкассе, она кто? Я не знаю. А убийца? Я не знаю. Но его нашли? Андрей, дело официально раскрыто. Его никто не ищет. Зачем? Теперь. Он – это ты. Ясно. Ну что, удачи тебе, лейтенант. До встречи. Иван, выйди.
Ну что, Петя, как он? Нормально. Что, совсем не мандражирует? Нет, держится молодцом. Вы же прекрасно помните его досье. Он был идеальной кандидатурой для нашей операции. Погранвойска, высшая школа КГБ. Одним словом, талант. Такого 100 лет еще не найдешь. Да, едем в контору, там договорим. Иван! Поехали. Ковша! Встать, сказано! В соответствии со статьей 105, частью 2, пунктом 2 и 3, и статьей 165, часть 2, 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд постановил гражданину Громову Андрею Алексеевичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней в суде вышестоящей инстанции. Ну что, братишка, куда подашься? Не знаю. А я сначала соляночки, а потом еще соляночки, а потом соточку и сигареточку нормальную, а? А потом уже телочку, молоденькую, гладенькую, чистенькую, а потом еще соляночки, а, Зёма? Со свободой, братишка! Здорово, пацаны! Покажите, где здесь выход! Эх, воля моя вольная, жизнь моя залетная! Здорово! Здорово! Здорово, Кавказ! Приветик! Привет! Ай, здорово! Ты моя ласточка, как я по тебе соскучился! Погуляем сегодня от души, пацаны! Чего с ними не поехал? Не позвали. Далеко до станции. Возьми, пригодятся. Сможешь, отдашь. Спасибо, Кузьмич, сам как-нибудь. Да. Я тебя знаю 12 лет. А кажется, совсем не знаю. Куда подашься? До Питера. Понятно. Деньги брать не хочешь? Тогда запомни адресок. Покровского, 25. Ночной клуб. Сазона позови. От меня привет передашь. Всем выручат. Ну, бывай. До свидания, говорить не буду, а там кто знает. Ух. Кузьмич, я понимаю, ты человек авторитетный, но вот эти твои прогулки, как бы сказать, ну ты понял. Да. Побойся Бога, начальник. Я уже стар бегать. Да и никуда мне отсюда уже не деться. Да. Thank you.
спокойной. Да не рыпайся. А? Да, тихо. Молодой человек, помогите, пожалуйста. Че, от тебя убудет, что ли, я не пойму. Девушку отпусти. Да ладно. Ты свое дело сделаешь, а менты потом весь поезд вести будут. Помогите. Вали отсюда, чухан. Ты что, не понял, что ли? Рамсы попутал, а? Я из тебя сейчас маргаритку сделаю, ты у меня петухом на веники полетишь. Слышь, братан, походу, это я что-то попутал. Сержант Кандыба. По звонку откинулся или ноги сделал? По звонку, начальник. Документики поглядим. Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крови, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем, новая жизнь разлилась по ларькам, по вокзалам, новая жизнь, посидим, помолчим ни о чем, новая жизнь никогда не дается даром. Разродилась звезда ливнем, порвала на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем, новая жизнь разлилась по ларькам, по базарам, новая жизнь, посидим, помолчим ни о чем, новая жизнь с мокрым веником да легким паром. Хорошо бы воды холодной, он за руку меня дернул. Я ему: ты чего, родный? А он ствол достает черный. Закричала ворона белой, бессознательной злой клятвой.
Эх, убитое мое тело, все родимые мои пятна. Сбежалась весенним ручьем, новая жизнь разлилась по ларькам, по вокзалам. Новая жизнь, посидим, помолчим ни о чем. Новая жизнь никогда не дается даром. Просто ребята ошиблись. Мама, ничего. Папа, все хорошо. Домой. Все хорошо. Даня, давай, давай, собирайся, давай. Что ты сам? Я уже собрался. Куда прет? Бегать не надоело, Бурый. Вставай, вставай. Не доводи до греха, мусор. Вставай. Ты чё, бессмертный? Ах ты, гнида, руку отпусти, тварь мусорская! Ах, гад! Вот это тебе, чтоб ты пистолетиком не размахивал. Собака, Покоева. Я тебя поймаю, порешу, козёл! Вставай! Мусор! Давай, пошёл! Руку сломал! Алло, это Фролов. Да, взяли Бурова. Сейчас привезут его. Нет, меня не будет, так что пусть мне на мобильник звонят, если что. Понял? Закрыто! Закрыто, закрыто! Что непонятно? Давай, давай, иди отсюда. Чё ты непонятливый такой? Иди отсюда, увижу здесь, ноги поломаю. Здравствуйте. А это из последней коллекции. Франция. Вам очень пойдет. Размер подберем. А это Италия. Кашемир. Италия-то? Угу. Пальто последнее, поэтому со скидкой продаем. Рит, ну что ты ему рассказываешь? Ты не видишь, у него денег нет. Оля. Все в порядке.
Здравствуй, Танюша. Ну как ты? Соскучилась? Ты прости, на прошлой неделе никак было. Дело накопилось. Текучка на работе, ну ты знаешь. Молодое пополнение прислали. На смену. Мне тебя очень не хватает. А вчера ночью у Марьи Семеновны, ну ты помнишь, наша соседка сверху, батарею прорвало. Всю ночь по квартире с тазиком носился. Так что теперь придется нам с тобой ремонт делать. Так все спокойно. Чего хотел? Здравствуйте, не подскажете, как пройти в ДК или в ЦВЕ? Сейчас идешь по этой улице, да, а здесь вообще надо. Направо? Да. На откос, да? Да. Нехорошо, пацаны, нехорошо. Дядь, тебе чего? Какие проблемы? Что-то случилось? Ты видел что-нибудь? Я? Я ничего не видел. Видишь, никто ничего не видел. Иди лечись, у тебя глюки. Да, пацаны, мне показалось. Че, пошли отсюда? Дядь, иди отсюда, а? Вам очень идет. Да, сойдет. Сойдет. Столько хватит? Хватит. Спасибо. Извините, вы автобус ждете? Жду, а что? Да ничего, просто здесь автобус уже давно не ходит. А, спасибо. А хотите, я вас подвезу? Я на машине. Вам куда нужно? Доброе утро, Андрюша. Доброе утро. Тебе чай покрепче? Покрепче. Уже на столе? У тебя пепельница есть? Нет, но... Сейчас, подожди. А чего ты меня так смотришь? Все в порядке, садись. Ну да, конечно. Ты ешь, ешь. Андрюш, хочешь, я тебе фотки наши семейные покажу?
Ну, где я с родителями? Ну, давай. Ну вот, смотри. Вот. Это моя мама. Она у меня учитель музыки. А вот это мой папа. Он инженер на шахте. Они живут в Сланцах. Это не очень далеко. А мой папа такой же немногословный, как и ты. Рит, ты извини, я уйду скоро. Ну да, конечно. Хорошо. Андрюш. А ты вернешься? Сазона позови. Какого такого Сазона? Плохо слышишь, да? Николай Петрович, подойдите. Слушаю вас внимательно, молодой человек. Кузьмич кланяться велел. Давно ли ты его видел? Дней 5 назад. Он адресок шепнул. И слово доброе велел передать. Пойдем. Что стоишь? Я не у себя дома, приглашения надо дождаться, иначе неуважение к хозяину будет. Присаживайся. Значит, говоришь, Кузьмича видел. Привет от него передаешь. Вижу, ты уже приоделся. Побудь здесь, я скоро. Это вас, Кузьмич. Угу. Алло, да? Я слушаю. А-а-а. Спасибо. Нормально. И тебе, Сазон, не хворать. Что говоришь? Да. А ты обрисуй мне его. Ну, все так. Все в цвет, Сазон. Короче, сделай, что он попросит. Потому что, считай, от меня просьба идет. Обязан я молчуну. Вот и молодец. Люблю понятливых. Все. Какие проблемы? Кузьмич всецело за тебя мазу держит. Говори, решим твои вопросы. Человечка пробить одного надо. Точнее, двух. Адреса, телефоны, в общем, все, что можно. Ясно. И все? Да. Но человечки непростые. Так и мы не лаптем щи хлебаем. Пиши фамилии. Запомнил? Завтра приходи, все сделаем. Если не секрет, зачем тебе цветные? А ты зачем спрашиваешь? Извини, молчун, я правила знаю. Просто
Не так часто блатные цветных разыскивают. Вот и удивился. До завтра. Ну чего ты сам звонишь? Что за срочность такая? Угу. Хорошо, освобожусь, подъеду. Жди. Можно выводить Петра Сергеевича. Дернул. Короче, в чем дело? Тут такое дело. Я подумал, тебе нужно об этом узнать. Ну? Блатные на тебя по полной наехали. Адреса, пароли, явки. Не понял. Место работы, место жительства. Чем живешь, чем дышишь. Ну, это я понял. Чей заказ? От Сазона. Знаешь такого? Ну, слышал. Вот от него тема пошла. Странно, у меня с городской братвой все... Ровно. Все явки, как ты говоришь, все известно. Странно. Я встречную тему запустил. Один зэк в город вернулся. Вот он и просил тебя обозначить. Может, из крестников кто-то откинулся и злобу затаил? Может быть. Короче, я тебя предупредил. Дыши ровно, но по сторонам смотри, оглядывайся. Спасибо. Чем обязан? Да ну, какие между нами счеты? Ну, серьезно. Тут АБЭП на одну фирму по-легкому наехал. У меня там свои интересы. Как фирма обзывается? Хорошо, замолвлю словечко. Счастливо. Здравия желаю, товарищ майор. Разрешите доложить? Лейтенант госбезопасности Громов вернулся после выполнения особо важного задания. Я не стал бы этого делать. Что, тварь, не рад? Гости, Фролов, встречайте. Зачем я здесь догадываешься? Подскажи. Что, заказ на меня получил? Начальник, ты же знаешь, я не по этому делу. Мои дела, вилки, рюмки, напитки, коктейли. Значит так. Сейчас сделаю маленький звонок. Здесь появится 10 бэтменов в черных масках.
Вот этот бал-маскарад мы остановим. А еще через несколько минут мои ребята у твоих посетителей найдут маленькие пакетики с дурью. Ты будешь отнекиваться, говорить, что никакого отношения к этой наркоте не имеешь. Это беспредел. В моем клубе дурью не торгуют. А еще через полчаса мы составим протокол. И весь твой шалман мы прикроем. А напоследок разнесем все. Весело и технично. Чертовой матери. Ну? Как тебе такой расклад? Что скажешь? От хорошего человека гость пришел. Просил справки про тебя навести. Я только исполнил. От какого хорошего человека? От очень хорошего. Что за гость? Мужик. 12 лет отмотал. Авторитетный человек, за него мазу держит. Начальник, извини, походу я больше ничего не знаю. Ты меня, конечно, сливом, да? Начальник. Понимаю. Ну и как ты думаешь, этот гость придет ко мне с Волыной или будет обставляться? Не знаю. Я первый и последний раз его видел. Мутный он. Я бы с ним вообще никаких дел не имел, если бы не попросили за него. Взгляд у него холодный, начальник. Я всяких людей знаю, многое видел. Но таких глаз никогда. Нехороший он гость, очень нехороший. Как найти его? Ну, падлой буду, но не знаю. Он свое получил и ушел. Ну, клянусь, начальник. В одной умной книге я прочитал «Не клянись». Не помнишь, какой? За 3 дня до суда Прохор умер в колонии. Причем никто его пальцем не трогал. А причина смерти банальна. Сердце. После смерти Прохора операция потеряла всякий смысл. И все. Вот такое стечение обстоятельств. А почему меня сразу оттуда не вытащили? Андрей, я не знал. Я здесь ни при чем. Я просто выполнял тупо приказ. Ты пойми, я не курировал эту операцию. Вообще, после нашей последней с тобой встречи меня перебросили на другое направление. Дали другую агентуру. Я даже не знал, что тебя забыли там. Я думал, выйдешь максимум через год. Думал, что сейчас ты в звании подполковника. Да... А кто был куратором операции? А этого я тебе сказать не могу. Лучше сказать. И тебе, и мне удобнее будет. Ты же офицер. Должен понимать. То есть ты не скажешь? Ты же знаешь, я могу выстрелить. Я знаю. Если тебе станет легче, стреляй. Полковник Самсонов. Сейчас он генерал в отставке. Где он теперь? Генеральный директор корпорации «Северо-Западный центр». Моей охранной фирме иногда подбрасывает кое-какие заказы. Так, по старой дружбе. То есть ты можешь с ним связаться? Зачем тебе? Устрой мне личную встречу. Ему я объясню, зачем. Чего делать-то будем, товарищ полковник? В смысле? Ну, может, мы с ребятами похуем за вами какое-то время? Ну, и сколько? Неделю, год, два? Да сколько надо будет, столько и походим. Да не надо, не надо. Мы вот так поступим. Значит, найди Сазона, составьте фоторобот этого платного. Попробуем сами его найти.
Товарищ полковник, возьмите хотя бы вот это, а? А это зачем? Ну, бронежилет. Да не надо, не смеши народ, убери. Какая-никакая, все-таки страховка. Страховка? Давай-давай, убери в багажник. Все, поехали. Вышел, значит, лейтенант, живучий черт. Тебе бы к врачу надо. Если операция потеряла всякий смысл, почему его не вытащили? Не поверишь, забыли. Как? А вот так. На мне же не одна твоя операция в разработке была. И потом мы же думали, если свой человек на зоне может пригодиться когда-нибудь. Ну а после, сам знаешь, новый начальник пришел, новые вводные. Время какое на дворе стояло, помнишь? Президенты менялись, строй менялся, вся страна менялась. Тут не до агентов было, каждый хотел свой кусок урвать. Где его досье? Да нет его досье, я его уничтожил. Нет этого человека, нету, дело закрыто и забыто. Только Громов не забыл. Да, я-то грешным делом думал, что он не выйдет. А он, смотри-ка. Видать, хорошего мы с тобой тогда офицера для операции подобрали, а? Ну что с ним решать будем? Подожди, Марат, ты был куратором операции. Ты должен с ним встретиться. А что ему скажу? Извини, парень, мы тебя посадили на 12 лет. Как-то неловко получилось. Может, ему еще и денег дать? И денег дать? А если не возьмет? Ты что, знаешь, что он хочет? Но есть другие варианты. Можно восстановить по службе. Да какая служба нахрен? Бред! Бред! Я с ним встречаться не буду. Не вижу смысла. Возьмет деньги, не возьмет. Надо закрыть вопрос, вот и все. Я этого делать не буду. Что? Ты что, это хочешь чистеньким остаться? А? Так вот не получится, друг мой. Это тогда ты был честным офицером в той стране. А сейчас, извини, другие реалии. Ты что, забыл, что мы натворили в 90-х годах? Где была тогда твоя честность? Я этого делать не буду. Ну-н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 у. Ну, подожди, подожди. Может быть, ты и прав. Может быть. Я с ним встречусь. Но только для подстраховки. Возьму твоих парней. Сделаешь? Хорошо. Только потолковей подбери. Стой спокойно. Не дергайся, сейчас поедем. Он чистый. Перчатки сними. Мы его встретили. Отлично, продолжайте. Поехали. Долго не возитесь, качайте его. Сейчас мне все расскажешь. Что именно? Все. Ну как, все прошло? Как ребята? Так, все, хватит тараторить, не дергайся. Я сейчас выйду. Ну что там? Петр Сергеевич, вот. На кой черт ты их сюда привез? Громов сказал.
Самсонов с вами был? Самсонова не было. Ну-ка, руки! Руки! Не дергайся. Ребят, все нормально, какие проблемы? Я полковник госбезопасности. Разберем. В отставке. Руки! Стоять! Добрый вечер. Что случилось? Проблемы? Да. Марат Олегович, вы же знаете, вы для меня столько сделали. Только скажите. Ты добро, знаешь, бывший мой зам. Твои коллеги повязали его час назад. На трех трупах. О, как! Он не при делах. Чистая подстава. Адвокаты уже выехали. Но ты со своей стороны возьми на контроль. Уже взял. Что еще? В городе появился один человек. Фамилия Громов. Он... В общем, он мне мешает. Понятно. Ты в розыск его объяви. Запусти на него ориентировку. Ну, а повод... Повод сам найдешь. Да, и самое главное... Этого человека отдать нужно мне. Лично. Сделаешь? Это будет непросто. А так. А так проще. Ну, действуй. Если бы это был кто-нибудь чужой. А я знала, что это ты. Вернее, я хотела, чтобы это был ты. Товарищ полковник. А? Вот, сделали фоторобот, как вы просили. Давай. На того парня, который вас пробивал. Отлично. Так вот еще сводки за неделю. Нет, и новые ориентировки. Я потом посмотрю. Не-не-не, товарищ полковник, посмотрите сейчас, потому что есть здесь одна интересная сводочка. Так, а откуда? Грязнов поставил в розыск. А подробности известны? Ну, вы же знаете, Грязнов ничего просто так не делает. Видать, заслали ему. Вот что, Виталик. Давай-ка ты прогуляйся до курилки, пообщайся с ребятами, попробуй разузнать, чем это Громов Грязнову не пришелся. Ну, давай-давай. Понял, сделаю.
обход. Объект ушел по крышам. Спустился по водосточной трубе. Давайте за ним. Принял. Уходим. Эй, стоять! Стоять, говорю! На землю! На землю! Я сказал, на землю! Что непонятно? Положи на землю. На землю! Пошли вон. Да. Поехали, я покажу. Здорово. Ну, что у нас здесь? Громов засветился. Установили квартиру, в которой он жил. У девчонки одной продавщицы работает в магазине одежды. Сейчас ее допрашивают. Так. А Громова, конечно, не взяли. Ну, ОМОН пытался его взять, но он сначала по крышам ушел, видимо, готовил пути к отходу, а потом вот здесь нашумел. Убитые, раненые есть? Нет, стрелял не на поражение. Так, пугал просто. Странно. Ну, его, конечно, потеряли. Ну... Значит так, звони мне в любое время дня и ночи. Он мне нужен и нужен живым. Ну? Товарищ полковник, я тут дело этого Громова изучил. Это же он 12 лет назад... вашу жену. О. Максим Георгиевич, дело, конечно, не мое, но действительно странно все это. Ну, давай, говори. Ну, неправильно он себя как-то ведет. Зачем ему вас искать? Нелогично это. Мне тоже кажется нелогично. Все это не укладывается в рамки. Давай, держи меня в курсе. Молодец, Добров. Хорошего агента воспитал. Спасибо. Взрастили, мать его, на свою голову. Талант? Этот твой талант ходит по городу и хочет крови, нашей крови. А твои люди не могут с ним справиться. Собирай ребят. Самых лучших своих волкодавов собирай. Тому, кто его пристрелит, от меня лично. Ключи от новой машины и сотка сверху. Немного. А во сколько свою башку ты ценишь? А мою? Ты хоть представляешь, что начнется, если менты его раньше нас возьмут, и он заговорит? А вот если меня возьмут, я тебя за собой потащу. Так что нельзя нам его в живых оставлять. Нельзя. Я тебе так скажу. Твоя контора, которая, между прочим, я тебе открыл, отвечает за мою безопасность! И вообще, кем бы ты был, если бы не я! В общем так, если ты не справишься с этим нашим бывшим агентом, то можешь искать себе новое место работы, вот там или там, как повезет! Со мной работают только профессионалы, понял? Понял, товарищ генерал. Да пошел ты. Сам пошел. Thank you.
Николаевич, гостей принимаешь? Какие люди. Максим, здорово. Здорово. Какими судьбами к нам? Как ты? Так, помаленьку. А как ребята? Ничего, ничего. Работаем. Ну, давай, заходи, заходи. Я так понимаю, по-хорошему с тобой не получается, да, майор? Андрей, да, ты прав. Накладка вышла. Но что ты хочешь? Чего я хочу? Теперь я уже не знаю, чего я хочу. Ты и твой начальник украли у меня 13 лет жизни. Для начала вы снимите с меня судимость. Послушай, Андрей, это не телефонный разговор. Нам нужно как-нибудь встретиться. Мы примем нормальное, единственное верное решение. Ты так ничего и не понял, майор. Подумай. Я позвоню завтра. Ну что? Запеленговал. И что сидишь? Пошел вон отсюда. О, не-не-не, я за рулем. Чисто символически. Ну, символически, давай. Ну, ты же не просто так пришел. Узнаю мента. У меня теперь редко бывают гости. Ну, давай. Ну, давай, говори. Зачем пришел? Слушай, напряги память. Ты помнишь, 12 лет назад ты брал убийцу моей жены? Эка ты вспомнил. Ну да, брал. Во что? В этом деле ничего странного не было. А почему спрашиваешь-то? Да так, уточнить кое-что хочу. Макс, ну ты же сам это дело смотрел. Хорошо. Громов, если я не ошибаюсь. Помнишь такого? Ну да, не ошибаюсь. Так вот, зашел он в сберкассу, выстрелил в охранника. Затем, когда раздалась сигнализация, сработала, он выстрелил в твою жену. А как на него вышли? А очень просто и вышли. Он ствол сбросил, на нем пальчики остались. Мы пробили, он оказался в базе. Вот такая арифметика. Странно, он же не киллер. Чем ствол сбрасывать? Подожди, подожди. Точно. Там патрон переклинило в стволе. Вот, пушка была старая, еще со времен войны. Вот его только по пальчикам и посадили. А из присутствующих его кто-то опознал? Да кто же его опознает? Он в маске был. Ну, как у наших ОМОНовцев. Вот только по пальчикам и взяли. Насколько я помню, он в несознанке был. Максим, они все в несознанку идут. Давай. Так. Говоришь, по базам проходил? Угу. А что? Какие-то новые подробности появились? Нет, что ты. Это я так. Ну, спасибо тебе за угощение. Пойду. Давай. Будь здоров. Это Нефёдов. Здравия желаю. Здорово. У меня сейчас Максим Фролов был. Так. Да, начальник отдела из главка. Помните его? Помню. Он спрашивал про эту историю. Про какую? Про то, как его жену в сберкассе убили. Ну и что ты ему сказал? Обижаете, я ему ничего не сказал. Соображу, не маленький. Ладно. Мое дело только предупредить. Хорошо. Я подумаю. Черт побери, Нефёдов, Нефёдов. Игорь! Да, Марат Олегович? Значит так, собирай ребят, поедут за город. Запоминай, 35-й километр, поселок Тарловка. Там живет один бывший мент, фамилия Нефёдов. Живет один, соседей рядом нет, так что проблем быть не должно. Все нужно сделать чисто, чтобы комар носа не подточил. Все должно выглядеть как несчастный случай. Действуйте быстро и аккуратно. Сделаем. Погоди. Еще. Пошлешь человечка,
Очень опытно. К другому клиенту в город. Там тоже живет мент, только действующий. Фамилия Фролов. Это ментяра тертый, наверняка вооружен. Так что действовать нужно будет внезапно и, может быть, даже нагло. Поехали! И самое главное, зарубите себе на носу. Не вздумайте засветиться, шкуру спущу. И еще. Добров запеленговал Громова по мобильному телефону. Нужно вычислить его и уничтожить. Выполняй. Ну как, живы? Жив, жив. Может, вам в больницу? Да не надо в больницу, не время сейчас по больницам валяться. Ему больше досталось. О, а вы говорили, не понадобится. Мало ли, что я тебе говорил. Береженого Бог бережет. Ну, номер машины, из которой вас стреляли, вы, конечно, не запомнили. Нет, не запомнил. Плохо. Сам знаю, что нехорошо. Товарищ полковник, а вы не Федова знали, который на пенсии был? Ну? Что значит «был»? Ну, 2 часа назад сгорел на своей даче. А вот это интересно. Так, а подробности? Ну, вы же знаете, район не наш, ребята в курилке болтали, я услышал. Вот что, Виталик, не в службу, а в дружбу. Смотайся-ка ты на место и расспроси местных коллег и экспертов. Ну, если только в дружбу. Давай, давай. Он внутри. Вон. Пустую съездили. Он ушел. Телефон скинул. Понял. Поехали. Давай, налетай. Ну, рассказывай, что там на даче. Ну, эксперт предполагает, что Нефёдов напился крепко. Так. И уснул. А сигарету затушить забыл. Ну, дальше. Вот что интересно.
Рука у него была сломана. Причем перелом свежий, а гипса нет. Значит, помогли ему уснуть. Выходит так. Максим Георгиевич, вот, может быть, хоть вы мне объясните, что происходит-то? Эх, Виталик, если бы я знал, а я не знаю. Но это все из-за Громова, так? Думаю, что из-за него. Вы, вот что, товарищ полковник, вы на нас с ребятами можете полностью положиться. Это хорошо, что полностью. Спасибо, Виталик. Угу. Ты знаешь, это дело личное. Это что же выходит, каждый сам за себя? Ну, давай. Если ты такой умник, скажи мне. Вот, допустим, мне надо кого-то найти, а я не знаю, где его искать. Что бы ты стал делать? Это Громова этого, да? Ну, допустим, его. Ну, вы же сами нас учили, товарищ полковник. Так. У каждого человека есть 2-3 места, в которые он рано или поздно обязательно возвращается. Вопрос только личного терпения. Или я не прав? Нет, ты прав. Очень даже прав. Пост номер один. Почему не отвечаю? Да. Мне переодевать, но он закончил видео. Ну сколько можно, одно и то же, а? Так, внимание. Я скоро приеду. Перестань. Иди посмотри. Андрей, опусти пистолет. Я один. Надо поговорить.
Ситуация вышла из-под контроля совсем. Что я могу сделать? Адрес Самсонова. Сейчас ты возьмешь у меня деньги и уедешь из города. Залезешь где-нибудь на дно. Пройдет время, сделаешь новые документы и уезжай из этой страны. Уезжай куда хочешь. Начни новую жизнь. Ты молодой. У тебя все впереди. Адрес. Послушай меня. В этой стране нельзя идти против системы. Ты ничего не сможешь сделать, ее не победить, Андрей. Адрес. На. Это тебе подарок от меня. Там еще много чего есть. Подожди. Андрей, мне действительно жаль, что с тобой все так случилось. Слово офицера. Заигрался ты в слова. А что такое честь офицера, ты еще помнишь? За город не подбросишь? Не обижу. Ну вот мы с тобой встретились снова. Садись. Твою мать. Ну и побоище. Первые 5 лет я мечтал только об одном. Чтобы ты ушел в бега, а я нашел тебя и без зазрения совести пристрелил, как беглого зэка. Следующие 5 лет я хотел, чтобы ты сам сдох. На зоне. Потом не знаю. Наверное, смирился. Будь что будет. Я не был готов только к одному, что ты по освобождению будешь искать сам меня. Зачем? Чего ты хотел? Это долгая история. Ничего. Я готов тебя выслушать. У меня время есть, мне некуда спешить. Зато я спешу. Куда? Контору этого доброго ты разнес в дребезги. Кто следующий? Бывший полковник госбезопасности Марат Самсонов. Он руководил операцией по моему внедрению в Прохоровскую группировку. Я должен был войти в доверие к Прохору, но неожиданно для всех Прохор умер. Ну и все. Операцию прикрыли. А меня забыли на 12 лет. Ты кто? Сейчас никто. А тогда лейтенант госбезопасности, получивший первое и последнее задание. Бред. Ты что, хочешь, чтобы я поверил в этот бред? Да, надеюсь, поверишь. Почему же я должен тебе верить? Слушай, ты убил мою жену. Нет, я не убивал твою жену. Иначе зачем бы я искал тебя? Хочешь стрелять – стреляй. Но тогда ты не узнаешь главного. Кто на самом деле убил твою жену?
как я могу это узнать? Поехали. Ребята сейчас отзвонились. Ну и что, там не мычи? Там... охранного предприятия. Смотрите. «Беркут» было совершено вооруженное нападение. Есть убитые и раненые. Убит директор охранного предприятия Петр Сергеевич Добров. Громова, конечно, не взяли. Нет. Усилить охрану! Что стоишь, пошел! Понял. Приехали, что будем делать дальше? Не мы будем, а я буду. Я тебе еще раз говорю, вдвоем нам туда идти глупо. Им нужен только я, а тебе не надо раньше времени высовываться. Ты понимаешь, что ты оттуда можешь не вернуться живым? Охрана у него посерьезнее, чем у Доброва. Держи, может пригодиться. Не надо, мы же с ним просто поговорим. Ну, удачи тебе, лейтенант. Виталик, бери бойцов и срочно ко мне. Он здесь. Конечно, обыщу. Так, давайте. Чистый. Он чистый. Мы ведем его. Они возвращаются. Марат Олегович, вот, сам пришел. Без оружия, мы проверили, все нормально, он чистый. Хочет с вами пообщаться. Отлично, сейчас и поговорим, свободен. Так вот ты какой, лейтенант Громов. Проходи, проходи. Садись, выпить хочешь? А я выпью. Да. Добров тебя недооценил. Послушай, я ведь против тебя ничего не имею. Я деловой человек. Я тебе больше скажу. Если хочешь, можешь занять место Доброва. Она уже пару часов вакантна благодаря тебе. Одно Петр Сергеевич умел делать хорошо. Отлично подбирал агентов. И я рад, Андрей. И я рад, что он в тебе не ошибся. Нет, я понимаю, что ты чувствуешь. 12 лет – это много. Но только скажи мне честно. Только честно. А ты на что рассчитывал? А? Что это будет легковеселительная прогулка? Ты сам добровольно связал свою жизнь с органами. Ты стал бойцом. Ты знал, на что идешь. Ты давал присягу. И что теперь? А? Чем ты недоволен? Что государство про тебя забыло? Андрей, государство никогда ни о чем не забывает вот так. 12 лет. Подумаешь? 12 лет. Твои коллеги за рубежом выполняют свой долг. Какие там 12 лет? Всю свою жизнь, понимаешь ты? Всю! Ну ты же был лучшим на курсе. Ты же знаешь, что есть агенты, которые государство консервирует на многие годы. И они годами ждут связи. Ждут! А могут и не дождаться. А ты сразу сопли. Да, Андрей. Ты же офицер. Ты же профессионал. Неужели ты думаешь, что мы не найдем, как применить полученный тобой опыт? И потом, Андрей, государство никогда не бросает своих верных сынов. Я понимаю, это звучит пафосно, но это так. Да ты что? Ты что, забыл, чему тебя учили? Что верить нельзя никому. Что все может оказаться обычным прикрытием, легендой. Ты что, думаешь, что я
Что вот это все? Это что, все просто так? Да будь я на другой стороне, ты бы никогда не дошел до этого кабинета. Я до сих пор на службе, Андрюша. Значит? Значит, ничего не значит. Деньги получишь за все эти годы, со всеми этими прибавками, индексациями. Твое звание, полковник? Удостоверение получу через пару дней в отделе кадров официально. Ну а что касается твоей дальнейшей службы, не бойся, работы хватит. Посмотри вокруг, а? Сколько дерьма. Разгребать и разгребать. Страну. Страну спасать надо, Андрюша. Ну что, согласен? Согласен. Только один вопрос. Ну? Кто убил жену полковника Фролова? Тебе зачем? Так просто, для общей информации. Ага. Нефедов, это тот самый мент, который выезжал на труп и тебя допрашивал. Это был наш внештатный агент. Он, кстати, твои пальцы в картотеку подбросил. Но что касается этой дуры, ну тут уж извини. Кто ж знал, что она на линии огня окажется? Тебя же на зону внедряли. Легенда должна была быть достоверной. Я, между прочим, сам эту операцию разрабатывал. Ну ладно. Поработаем, полковник? Поработаем. Отлично. Вы кто? По какому праву? Я генерал госбезопасности Самсонов. Полковник милиции Фролов. Бывший генерал госбезопасности. Здесь чистосердечное признание. Ну, что касается этой дуры, ну, тут уж извини. Кто ж знал, что она на линии огня окажется? Тебя же на зону внедряли. Легенда должна была быть достоверной. Я, между прочим, сам эту операцию разрабатывал. Ну ладно, поработай, полковник. Какой же ты дурак, Громов. Работал бы со мной, все бы у тебя было. Деньги, звание, власть. Имел бы все, что хотел. Собирайтесь, господин Самсонов. Разговаривать будем в следственном изоляторе. Заткнись, Митяра! Лейтенант, лейтенант. Ну, Андрюха, Андрюха, держись, держись, Андрюха. Ну, скорую, скорую живо! Андрюха, Андрюха. Живее, ну! Сейчас, Андрюха, ну! Весенним ручьем разлилась по ларькам, по вокзалам. Новая жизнь. Посидим, помолчим ни о чем. Новая жизнь никогда не дается даром. Ну, нет, скоро идет, возьми! Андрюха, ну, Андрюха.